Всем привет, ребята! Сегодня я зашел случайно в магазин. Ну как случайно, просто покупал продукты и обратил внимание на вот такую воду. Я думаю, что всем известна эта вода. Это Боржоми. Думаю, странно. Когда-то я читал журналы старые, еще дореволюционные, Нива и другие, и там была реклама Боржоми. Так вот, мне захотелось сегодня рассказать вам о этой воде. Значит, Боржоми, или Боржом, как называют, это самая известная в бывшем СССР и за ее пределами минеральная вода. Она добывается из боржомского источника, который находится в Грузии. В общем, она минеральная, природная вода, и ее состав не менялся с 1830 года. Ничего не изменилось. Добывают ее на глубине от 200 до 1,5 километров. И сейчас вам покажу я вот эту рекламу, которую я тогда нашел. Вот. Одна из них — это календарь, всеобщий календарь, по-моему, был 1909 года. Как видите, реклама уже присутствовала, и я аж удивился, ну, так все расписано, от чего она и для чего, что, в общем, для этих времен это очень круто. Потом была реклама вот в журнале Нива. Журнал Нива, как видите, это с обратной стороны. Кто, может, не знает, это такой журнал, выходил дореволюционный, и там много чего, статей всяких было, и рассказы. И на задней стороне вот такая реклама. Реклама Боржоми. Как видите, минеральная вода применяется с большим успехом при спазмах желудка, кислой отрыжке, расширении желудка, катарах, кишек, хронических страданиях почек, при мочевом песке, геморрое, нервной слабости, при подагре, сахарной болезни и при других расстройствах обмена веществ. В общем, как видите, в то время, это 1912 год, я распечатал. И вот тоже из журнала Нива, как видите, рекламка. Вот такая, тоже Боржом название, и все расписано, где ее купить можно. В общем, все это интересно. Ну, думал, что ладно, дореволюционные времена, все. Ну, все не так просто, кажется, в Советском Союзе, ну, в начале. Тоже ее рекламировали, и вот рекламка, например, 1929 года, где указывается, что она: пейте натуральную, углекислую, щелочную, радиоактивную воду. Ну, это, конечно, реклама. Сейчас бы дали такую рекламу, никто бы ее не пил. С ужасом все смотрели бы на это. Ну, эта реклама была реальна. Так что, вот такие у нас рекламные посты. Ну, а я вам, честно говоря, советую попробовать. Кто не пил, попробуйте. Берите в стеклянных бутылках лучше, так как пластик, мне кажется, это не очень хорошо, а в стеклянных бутылках оно хранится хорошо, и это полезно для здоровья. Только часто не пейте. Там я даже читал, что 30 дней можно попить по чуть-чуть, ну а потом перерыв там от 3 до 6 месяцев. Очень не увлекайтесь. Ну, людям, говорят, помогает очень хорошо. Ну и я сейчас выпью. Опа. Ух ты, как побежала. Так, нальем. Вообще, я считаю, что самый лучший вариант — пить воду, ту, которую вы знаете, например, скважина там на даче, или если у вас скважина есть какая-то другая. Ну, а так, это отличная вода.
общем, ваше здоровье. Всем спасибо за внимание, ребята. Лайкайте, подписывайтесь. Всем пока.